Самое комфортное время года для пробежек наступило. Сейчас по утрам и вечерам не жарко, а значит, смело можно выходить на пробежку. И в Бендерах таких подходящих локаций для бега достаточно. Сейчас покажу самые комфортные места. Спортсмены, которые предпочитают бегать на более длинные расстояния, часто выбирают это место. Это центральный парк имени Горького. Периметр парка составляет 850 метров, а значит, если задача у бегуна пробежать 5 километров, достаточно будет 6 кругов. Пробежки в парке комфортны даже в солнечные дни. В тени деревьев бегать легче, но профессиональные бегуны говорят, асфальт не создает амортизации, и это может быть опасно для коленных суставов. Зато в отличие от грунта бегать можно практически в любую погоду. А это место для пробежек самое любимое у бендерских бегунов и гостей нашего города. Это центральный городской стадион. Здесь комфортное покрытие, 8 дорожек, места хватит всем. И бегать здесь могут все желающие с 6 утра и до 9 вечера. Прорезиненное покрытие – это гарантия от серьезных травм. Нижний слой играет роль своеобразной подушки, смягчая ударные нагрузки при беге. Кроме специального покрытия, в этой локации есть и другие преимущества. Свободный вход и длина дорожки – 450 метров. Условия подходящие и для любителей, и для профессионалов. Поэтому по утрам и вечерам здесь всегда людно. Похожая беговая дорожка есть и в самом населенном микрорайоне Солнечный. Правда, дистанция всего 200 метров, зато здесь можно тренироваться на ускорение. Покрытие дает хорошее сцепление с кроссовками, а это залог высокой скорости и эффективного бега. Многие спортсмены не любят бегать по кругу, если особенно речь идет о длинной дистанции, поэтому бегунов можно встретить и на городской набережной. Конечно, асфальтовое покрытие не самое комфортное, но зато здесь можно бегать с прекрасным видом на Днестр. К тому же от речного порта до городского пляжа расстояние составляет примерно 3 километра. Соответственно, пробежка туда и в обратном направлении – это уже полноценная тренировка. Бегать по асфальту лучше в специальных кроссовках. Впрочем, в качестве альтернативы бегу подойдет ходьба или любой комплекс упражнений. Ведь тренировка с видом на Днестр гарантирует выработку гормонов счастья.